Студент Григорий Ананьев по горным речкам сплавляется с 4 лет, а в 16 он занялся грибным спортом. На этот раз решил принять участие в гонках на каяках, которые проходили в парке Гагарина. Григорий говорит, не смог упустить шанс попробовать свои силы. Он очень много развивает, именно как физически, так и духовно. Вот. Также благодаря ему у меня появилось очень много друзей. Соревнования провел клуб водного туризма Самарского университета. Там сложилась небольшая, но дружная компания каякеров, которые часто вместе выбираются на водные сплавы. Соревнования собрали около 100 человек, как любителей, так и профессионалов. Правила гонки просты. Пройти сквозь ограждение быстрее остальных, спортсмены говорят. Выигрывает тот, кто лучше чувствует свою лодку и течение воды. Университету с этой точки зрения важно предоставить возможности для развития любых интересов нашей молодежи. Лично для меня это проверка себя, своих возможностей на воде. Философия этого вида спорта, это и любого, я считаю, найти свое равновесие. Интересный вид спорта в плане того, что здесь ты общаешься с рекой, учишься, наверное, понимать ее, изучать струи, движение воды, и, используя их, получать какие-то определенные результаты. Организаторы планируют, что такие соревнования будут проходить в городе ежегодно, и, возможно, в Самаре вырастут каякеры, которые будут забирать призы на российских и международных соревнованиях. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Максим Гусев. События.